В Алматинской области более 37 тысяч граждан числятся в списке должников за неуплату транспортного налога. Общая сумма задолженности перед государством составляет 2,5 миллиарда тенге. Отметим, что в регионе зарегистрировано около 445 тысяч автомобилей. Их владельцам в 2023 году придется оплатить более 7 миллиардов тенге налогов. На площадке региональных службы коммуникации представитель областного департамента государственных доходов Олжас Сотар озвучил статистику по районам, имеющим крупную задолженность. Так, порядка количества жителей Карасайского района, не погасивших обязательный взнос, уже составляет 10 тысяч человек. Далее следуют Илийский, Талгарский и Ембекши-Казахский районы. Отметим, что для тех, кто уклоняется от уплаты налогов, предусмотрена административная ответственность в рамках закона. В таких случаях судебные приставы блокируют счета и устанавливают ограничения на выезд за границу. Люди должны понимать, что ради 5-10 тенге мы не будем поднимать шум. Мы выносим приказ и обращаемся к судебным приставам только в том случае, если задолженность превышает один месячный расчетный показатель. Это 3465 тенге. А запрет на выезд за границу выносят только в том случае, если задолженность превышает 40 МРП или 120 тысяч тенге. Компетентные органы ведут совместную работу. С начала года проведено более 500 рейдовых мероприятий. В результате с должников с общим количеством 910 налоговых задолженностей взыскано около 200 миллионов тенге. С начала текущего года в результате применения административных мер к должникам нам удалось взыскать в казну государства 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Эта сумма – долги за истекший налоговый период. Однако в связи с приближением сроков текущих налоговых погашений снова отмечался рост неплательщиков. В результате системной работы налоговых органов общая сумма недоимки снизилась. Однако если к должникам не принимать меры воздействия, они не торопятся закрывать налоговые задолженности.